Привет, ребята! У нас сегодня видеообзор про музыкальную Скай из мультика «Щенячий патруль». Да, в нее идут батарейки. Правильно, в нее идут три батарейки пальчиковые, да? Да? Ну что, показывай нам Скай, какая она классная. Конечно! Ну что, давай распечатаем? А я достану батарейки. Вот такая у нас мягкая игрушечка Скай. Вот как она у нас выглядит. Мама, помоги мне. Мне помощь не нужна. Давай, зайка. Она у нас мягенькая, да? Да. Давай попробуем ее. Она здесь музыкальная. Так, интересно, что же она нас умеет делать? Другая собачка у нас поломалась. Да, у нас была еще одна собачка, но не такая, да, другая. Я бы Амельзе ее бросала, и она сломалась. Да, у нее там ничего. Наверное, что-нибудь достала. Так, ребята, нам нужно сюда три батарейки, да? Давайте смотреть. Да. Такая у нас Скай, ножки у нее тверденькие. Вот здесь у нее открывается для батареечек. Да, а как нам открыть? Так. Друзья, нам нужна отвертка. Да. 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 Вот. Две батарейки. Три батарейки, да, нам надо. Три батарейки. Урки у меня такие. Падавай. Воп. Классно. Так, давайте раскручивать. У нее очки идут. У нее идут очки. Они нарисованы. Очки. Так, что такое? Да, нарисованы. Так, откручиваем. А я батарейки поставлю. Ножиком вперед, а жесткой... Пружинку. Да. Давай. Шлем у нее такой классный, ушки, мягкие ушки. Пип-пип. Так, Настюшенька сама батарейки вставляет. Ну, да, я суперская Настюшка. Суперская Настюшка. Ты умный ребенок? Да. Молодец. Я еще Ксюша. Еще и послушная девочка. Да, получается? Угу. Молодец. Помощь нужна? Нет. Получилось. Получилось? Покажи нам. Давай послушаем. Давай, я закрою крышечку. Не нажимай еще. Друзья, смотрите, Анастенька правильно батарейки все вставила. Какая ты умничка. Мам, не нажимай. Молодец. А, только батарейку не досунула. Так. Мячочка. Так, закрываем все это дело. Давай, я пошла. Конечно, качественно очень сделана собачка, все так сшито, аккуратно. Молодцы. Так, ну что, может ее погладить надо, чтобы она нам что-то... Ой! Ребята, смотрите, как она машет хвостиком, погладить ее надо. Она... Давай. А что она не ходит? Ну. Это, ну. А что ты не ходишь? Мы наказали ходить на собачку. Ну. А может на нее надо нажимать? Ой-ой-ой! На английском.
английском, на английском поет. Класс! Классная собачка! Сама ходит, друзья! Так, что она еще умеет делать? Нажимай на кнопочку сбоку. Что она еще умеет? Вот, на вот эту, друзья. Ой, ой, ты к ней дотрагиваешься, она сразу гавкает. На вот эту. Ой! Класс! Классная, классная. Она сама ходит. Так, что она еще умеет? А, вот это все, что ли? Она еще и головой машет. Видите, друзья? А вот так? Ой-ой-ой-ой! Только ее гладишь, она сразу гавкает. Ой, конюс, жопка смешная, пусть она идет к тебе. Смотри, как она жопкой ходит. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Класс! Она уматовая просто. Ой, как она гавкает! Только ее погладишь, она сразу гавкает. Мам, ты ее будешь гавкать. Давай послушаем песенки. Друзья, классная собака, очень качественная. Это да. Какая она смешная! Эти ушки классные! Она идет к тебе!
только ее трогаешь, она сразу гавкает. Ой, она еще и хэкает, нюхает. Класс. Друзья, вот такой у нас сегодня был замечательный видеообзор и веселый, да? Классная собака, тебе нравится? Ставь лайк и подписывайся на канал Нактюн. Всем пока! Пока! Сейчас я долго еще намокнет. Включай музыку. Когда одену? Ну давай, ты на хвостик хочешь ей резиночку одеть? Настюшка украшение для нашей собачки придумала. Давай же покажем. Ой, смотри, как она машет.